Царствует. Иисус царь над этой страной. Иисус царь над этим городом. Иисус царь над нашей жизнью. И пусть Он царствует в жизни каждого человека. И пусть Его царствию нету конца и не будет конца в нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие на этом месте. За то, что Ты здесь господствуешь. И мы молимся о том, чтобы Твое господство, оно простиралось в наших жизнях, и чтобы мы могли подчинить их Тебе, Твоей воле. Дай всегда и во всем исполнять волю Твою, благую, угодную и совершенную, которая приготовляет нас на всякое доброе дело. И я молюсь о том, чтобы Дух Святой, Он сейчас накрывал Твою церковь, принося славу Твою и касался каждого сердца, топя его, растопляя его в руках Божьих, приближая каждого из нас к Тебе настолько максимально близко, чтобы мы ощутили Твое дыхание, Господь, чтобы мы растворились каждой клеточкой в Твоем присутствии, Господь. Я молюсь о том, чтобы церковь Твоя, она сейчас переживала Твое присутствие на этом месте, и я верю, так и есть. Дух Святой, двигайся здесь и сейчас. Дай нам ощутить Твое господство. Дай нам ощутить Тебя. Дай нам быть с Тобой соединенными для того, чтобы исполнить то предназначение, в которое Ты нас призвал, и соответствовать званию, почетному и высшему званию Сын и Дочь Божья. Мы сыновья и дочери Твои. Мы собрались здесь для того, чтобы прославить самого любящего в мире, во вселенной Отца Отцов. И наша хвала будет вечно Тебе. И мы любим Тебя. Я молюсь за то, чтобы Ты нас благословил разумением. Дай нам сегодня слышать Слово Твое. Дай нам сегодня принимать его. для того, чтобы оно приносило нам откровение, и смотреть через призму этого слова на свою жизнь, для того, чтобы исправлять ее в угоду Тебе. Помоги нам совершенствоваться день ото дня, приобретая образ Твой, Господь, который мы утратили в результате греха. Я молюсь, чтобы у каждого из нас были эти силы, и чтобы Слово Твое, оно подпитывало нас, вдохновляло нас, обличало нас, обрезало нас и наставляло на всякую истину. Молюсь о том, чтобы Ты сегодня использовал меня для проповеди Евангелия. Преломил, как хлеб, преломлял Иисус и раздал собранному народу, для того, чтобы они напитались, и еще 12 коробов осталось, Господи. Благослови сегодня народ, слушающий, ибо Ты благословляешь слышащих. И я молюсь, чтобы каждый из нас имел способность слышать. Пусть всякий сон, всякое недовольство, всякое, Господи, невостребованность, она уйдет. И мы будем, Господи, пребывать в любви Твоей, в покорности, принимая Слово Божье. Во имя Иисуса молился я Тебе, и весь народ да скажет аминь. Давайте прославим Господа. Он достоин. Спасибо, прославление. Вы чудесны, как всегда. Спасибо вам огромное. Дайте им аплодисменты. Слава Богу. И давайте, прежде чем мы присядем, скажем такие слова, что бы ни случилось в моей жизни, скажите, что бы ни случилось в моей жизни, я все равно буду славить Господа. Да, аминь. Аминь. Повернись к соседу, скажи, славь Господа во всякое время. Аллилуйя. Знаете, Иисус однажды сказал, чтобы мы были как дети. Помните? Иисус сказал, будьте как дети. Будьте как дети. Мы где-то неправильно услышали это. Он сказал, в вере будьте как дети, не исследуйте, да, принимайте веры. А мы в поведении как дети стали. Обижаемся, ведем себя иной недостойно, что-то не получили, начинаем капризничать. Так не поэтому будьте как дети, принимайте от Господа, доверяйте Господу. Он единственный, который любит нас больше всех на свете. Конечно, люди любят вас, но Бог любит такой любовью, которая безусловна. Нет никакой условности. Вот ты не можешь к этой любви ничего прибавить. Вот даже ты будешь самым святым человеком, самым кратчайшим, даже более кротким, чем Моисей, но ты не прибавишь ничего к этой любви. Вот она настолько совершенна. И ты не убавишь ничего, даже если ты будешь самым негодяем, которого все отвергнут, которого никто не будет любить в этом мире, Бог все равно тебя будет любить. Вот так все устроено, я не знаю, это не по-человечески. Человеческим разумом это понять невозможно. Против меня там пару слов скажут, я уже не знаю, люблю или не люблю. Уже сомневаться начинаю, уже надо там усилий прилагать, чтобы любить. А если что-то сделают такое серьезное, как долго надо, чтобы возвратиться опять к любви. Но у Бога не так. Бог любит нас. Повернись к соседу и скажи, Бог любит тебя. Аллилуйя. И я приветствую всех телезрителей, которые нас смотрят в соцсетях, а также по каналу Вера 24. Давайте мы им поаплодируем, мы их поприветствуем. Спасибо многим, кто верно, неизменно следует за нами. Слава Богу, что вы даете говорить вашу жизнь. И мы сегодня продолжим мастер-класс от Даниила. Мы будем подходить к своему логическому завершению. Сегодня будет последний урок. Так сказать, я этот последний урок разделил на две части, которые сегодня буду говорить и буду говорить следующее воскресенье. И сегодня мы будем пребывать в 6 главе книги пророка Даниила. Эта глава, она как бы условно делит книгу на две части. Первая часть историческая и вторая часть пророческая, которая как раз начинается с 7 главы. И в первой, в исторической части, сквозь историю, сквозь события, которые происходили в истории, мы понимаем о личности Даниила. Через эти события Бог показывает нам, каким был Даниил, как он противостоял нехорошему в своей жизни. И если подвести итог, то можно сказать одной фразой, что Даниил во всем уповал на Господа. И Даниил в основании своей жизни ставил Бога. Это и есть один из пунктов нашего видения на год. Во всем уповать на Христа и в основании своей жизни поставить Христа. И последний раз мы говорили о царе Валтасаре, который устроил пир своему тщеславию, и посреди этого пира он стал глумиться, сказал: принесите сосуды, которые Новухудоносор вынес из Дома Божьего, стал наливать в них вино и стал пить сам, давать пить своим наложницам, женам, своим вассалам. И за это он поплатился. В эту же ночь самый мощный город Вавилон того мира был захвачен царем Дарием Мидянином, а сам Валтасар был убит. Вы знаете эту историю. Но при всем при этом Даниил, который был забыт на 25 лет после смерти царя Навуходоносора, никто не обращался к Даниилу, хотя он был поставлен старшим среди всех чародеев, гадателей и волшебников. Никто к нему не обращался, он был забыт. В эту ночь Бог превознес Даниила. Знаете, что я увидел через это? Что... Давайте прочитаем, как это было. Даниила 6 глава, с 1 по 3 стих. Смотрите, угодно было царю Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Вы знаете, по-человечески вообще непонятно, как царь Дарий, который только что захватил Вавилон, ставит Даниила, берет, во-первых, себе его на службу, а во-вторых, ставит его на очень важную должность. Потому что Даниил в глазах Дария должен быть чужаком. Понимаете, Даниил, он не представлял в глазах Дария никакой ценности, потому что только что захвачен город, и, может быть, Дарий и слышал что-то о Данииле, может быть, и слышал, что он умеет разгадывать сны, но вместе с ним он никогда не служил. И взять этого человека на служение себе, это по-человечески просто не вкладывается в наше помышление. Тем более на тот момент Даниилу было 85 лет. Это уже старец. Представляете, вы себе на работу нанимаете человека, которому 85 лет, и вы ничего о нем не знаете. Вы его не проверяли, вы с ним не контактировали. Просто берете и говорите: давай, ты будешь старшим, и более того, ты станешь соучастником моего бизнеса, и я тебя ставлю генеральным директором. Это по-человечески ни в какое разумение не входит. Знаете, что я здесь увидел? Я увидел, если Богу угодно твои пути, Он и врага примиряет с тобою. Понимаете, неважно, кто стоит на пути, если Бог наметил твой путь и держит на тебе руку, то нет никакого препятствия, что ты дойдешь туда, куда говорит Господь. И так будет и в нашей жизни. Аллилуйя! Воздайте Ему хвалу! Я увидел через эту ситуацию и через анализ жизни, что жизнь, которая не угодна Богу, но она пышет цветом, может мгновенно прекратиться, если Бог уберет свою руку. Как у Валтасара, который на пике славы, который правит самым величественным городом мира. Он устроил пир в честь своего тщеславия, он пирует блистательно, но в эту же ночь, когда Бог убрал от него руку, он погибает. И наоборот, если Богу угодны твои пути, человек, который забыт на 25 лет, к которому никто не обращается, но Бог помнит о нем, он в одну ночь, в мгновение ока, возводит его на высоту, и царь Дарий ставит его, или уже помышляет поставить его над всем царством. Дорогой друг, я не знаю, может быть, сегодня в твоей жизни есть такое понимание, что все тебя оставили, что все тебя забыли, что все от тебя отвернулись. Хочу сказать, Бог не забыл о тебе. Бог помнит тебя. Он помнил Иосифа, которого братья продали в рабство, которого жена Потифара подставили и его посадили в тюрьму, от которого отвернулись вышедшие из тюрьмы хлебодары виночерпий. Но Бог не отвернулся от него. Бог вспомнил о нем и поставил его вторым человеком в Египте. Он не забыл Моисея, который был забыт своими иноплеменниками на целых 40 лет. Но Бог вспомнил о нем, и Бог привлек его, и поставил его предводителем израильского народа. О нем до сих пор помнят в Израиле. Знаете, Бог не забыл Даниила. Он поднял его, мы видим из этой книги. И Бог не забыл Христа. Когда люди распяли его, когда люди убили его и положили в гроб, и привалили камнем забвения, и поставили на этот камень печать неприкосновения, Богу ничего не помешало воскресить Иисуса Христа на третий день и вознести его превыше всех имен, подчинив все под ноги Ему. Богу ничего не помешает тебя возвести. И может быть ты сегодня чувствуешь так, что Бог где-то задержался, что Бог не приходит в мою жизнь, что Он не поднимает меня. Хочу сказать тебе, просто Бог готовит правильное время, чтобы прийти и возвести тебя на высоты свои. И так и будет. Аминь. Аллилуйя. Но помни, дорогой друг, как только ты начнешь возвышаться, найдутся люди, которые не будут этому рады. Так было в жизни Даниила. Посмотрите, что здесь написано. 6 глава, 4 стих. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен. И никакой погрешности или вины не оказалось в нем. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Здесь написано, тогда, скажи, тогда. Когда тогда? Когда царь Дарий захотел его поставить главным. Вот знаете, до этого никаких проблем не было. Все три князя, их все устраивало, они, может быть, даже пользовались тем, что Даниил был умным человеком, он решал какие-то вопросы, а они просто пользовались своим положением. И их все устраивало. Но вдруг Дарий решил поднять этого Даниила. И тогда дух в них взбунтовался. Это что? Теперь Даниил будет старше нас? Это что? Теперь Даниил будет круче нас? Знаете, вот так в жизни в нашей происходит. Вдруг Бог приходит и начинает тебя поднимать. И рядом друзья такие смотрят и уже начинают искать в тебе вину. Начинают искать в тебе погрешности. Раньше их все устраивало. Но сегодня, когда Бог стал действовать через тебя, когда Бог поставил тебя в определенную позицию, вдруг их стало все не устраивать. И они начали искать погрешности и вину. Но сказано, что ничего не нашли они в Данииле, потому что он был верен. Верен. Я сегодня хочу проповедовать о том, чтобы ты всегда и во всем был верен. Вот одно из важных качеств, которое характеризует высокий дух – верность. Человек высокого духа прежде всего верен. Верность – это качество, которого ищут все. Муж, который изменяет своей жене, хочет, чтобы жена была верная. Удивительно. Пастор ждет от пасты верности. Любой управленец на своей работе хочет, чтобы его подчиненные были верными. Государство воспитывает верных граждан и хочет, чтобы они были верны. Армия тем более ждет верности от своих солдат. Представьте воина, который может все. Он может на лету пилоткой сбить самолет. Он может танк просто взять дуло и завернуть на узел. Но при всем при этом он на врага работает. Всего лишь пару раз в год. сдает всю информацию. Такой воин не нужен никому. Представьте себе, ваша супруга или ваш супруг, они все делают, и кофе вам в постель приносят, и все, что вы хотите. Вот все вас устраивает в них, и все желания они ваши исполняют. Но есть один недочет. Всего лишь раз в год они ходят к соседу, изменяя супружеской верности. Знаете, никто бы не пожелал такого мужа или такую жену, потому что мы все ищем верности. Ну вот в чем парадокс. Мы все желаем верности, но не можем быть верными сами. Я думаю, что каждый из вас найдет в своей жизни такие случаи, где он обещал, где он клялся, что будет это делать, но прошло время, и он оставил это. Один из них – это занятие спортом. Я думаю, что каждый здесь сидящим в зале, он пытался заниматься спортом. Когда ты одеваешь очередные брюки и понимаешь, что в поясе что-то там увеличилось, или брюки после очередной стирки сели, как-то кофточка где-то не застегивается, ты понимаешь, тебе надо заниматься спортом. И ты решаешь со следующего понедельника. 100%. У нас понедельник во всем виноват. Все, я иду, беру абонемент и буду начинать заниматься спортом. И так и происходит у некоторых. Некоторые даже до понедельника не доходят. Они потом думают, что за чушь в голову пришла. Лучше пойти в Маримол и купить новую одежду, потому что это усохло. Я не так и полный, я вообще красивый. И потом им вместо Писания ничего худого в Царство Божие не войдет. Аллилуйя. А мужчины, они говорят, мы должны быть как тельцы упитанные. Вообще все, утешился, успокоился. А потом еще Павла читаешь и говоришь, телесные занятия мало полезны. Вау, какой спорт. Это я по плоти про спорт подумал. В духе надо заниматься тем, чем занимался. И тут покупают новую одежду. Но некоторые доходят до спортзала. Если еще им финансы позволяют, они платят деньги за абонемент и говорят, ну теперь уж я заплатил, я от своей жадности все равно ходить буду. Буду ходить. Ну знаете, проходит какое-то время, и он перестает ходить. И ему уже жадность не помеха. Да, он пытается там потом абонемент кому-то продать, деньги свои вернуть, но он уже не ходит. Знаете почему? Потому что верность – это не решение и причина, а верность – это следствие. Следствие нашего образа жизни. К верностью не рождаются, верность приобретают, друзья, потому как ты живешь. Мало только принять решение быть верным. Надо еще следовать этому решению. Надо еще начать жизнь устраивать таким образом, чтобы в тебе родилась верность. Потому что верность – это не врожденное, а приобретенное качество. Извините, Саша, принеси, пожалуйста, мне воды. Воды принеси мне. Многие знают историю о Данииле, который бегал от царя Саула. И помните, он однажды попал к царю Анхусу и притворился ненормальным, стал пускать слюну по бороде. И тогда он убежал от этого царя, он спрятался в пещере Адаламской. И сказано, что к нему пришли все огорченные, должники и притесненные люди. Знаете, среди таких людей невозможно найти верных, потому что должник, он уже неверный. Притесненный, огорченный, он неверный человек. Эта история описана в 1 Царстве, в 22 главе. Но потом мы читаем дальше и видим, что уже во 2 Царстве, книге Царств, 23 главе, когда Давид стоит со своим войском напротив города Вифлеема, против моавитян, и он смотрит на этот город и видит в этом городе колодец, и он говорит, кто бы напоил меня водой? И вдруг трое сильных, те, которые были с ним при начале в Адаламской пещере, которых нельзя назвать верными, они подрываются, пробиваются сквозь стан моавитян, черпают воды, приносят Давиду. И он выливает ее на пол. Не переживайте. И знаете, они не задают никакого вопроса. Зачем? Спасибо, Саша, тебе за твою верность. Я ему подал полный стакан. И другой бы сказал: пастор, стакан полон. Полный стакан, ты что меня просишь воды принести? Здесь есть вода. Но когда я ему подавал, я его не спрашивал: Саш, стакан полный или пустой? Я ему сказал: принеси, пожалуйста, воды. Верность, она не измеряется логикой и разумением. Верный человек не размышляет над тем, что его попросили делать. Он просто идет и делает, потому что он верный. Эти три человека подорвались. Мы с ним не договаривались, друзья. Могло бы быть и по-другому, он мог бы оказаться неверным. Такой эксперимент, конечно, прости, я проэкспериментировал. Но я думал, там другое развитие событий. Если бы ты так не сделал, я бы, конечно, скрасил. Чтобы как-то вывести в другое русло. Но он оказался верным. А если бы он начал размышлять и рассуждать: послушай, здесь есть вода. Послушай, Давид, тебе что, только из этого колодца надо напиться? Что, в Израиле мало колодцев? Ты видишь, филистимляне там стоят. Ты видишь, они оградили все. Ты видишь, они не подпускают Вифлеему. Мы сейчас пойдем, и нас может убить. Но они вырываются, черпают воды и приносят Давиду. Давид выливает воду, и они даже не задали ни одного вопроса. Послушай, Давид, у нас бы столько было бы горечи и печали. Давид, как так? Мы рисковали жизнью, а ты взял и вылил эту воду. Но они не задают ни одного вопроса. И знаете, что я увидел? Что эти люди, когда пришли в Адаламскую пещеру, они не были верными. Потому что они были среди огорченных, должников и притеснителей. Но когда они вместе с Давидом проживали свою жизнь, бегали от царя Саула, проходили разные сложные ситуации и постоянно сохраняли в них свою верность, верность стала в них рождаться. Она стала чертой их характера. Она стала принадлежать им. Потому что верным человеком это не значит быть верующим только. Многие верующие, они неверны, друзья. И об этом пишет апостол Павел в своем послании. Во втором послании к Тимофею он пишет так: «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их и Фигелл, и Ермоген». И когда мы читаем книгу «Деяния», 19 и 20 главу, мы видим, как Павел прощается с осийскими братьями. Он собрал их вокруг себя и говорит им такие слова: «Я в течение трех лет, и всенародно, и по домам вкладывал в вас то учение, которое имел в себе. Я служил вам верой и правдой днем и ночью в течение 3 лет, братья осийские». И они падают ему на плечо и на грудь и говорят: «Ой, как жаль, что ты уходишь». Он идет в Иерусалим. Но потом, по истечению нескольких лет, Павел пишет письмо Тимофею и говорит: ты знаешь, вот эти люди, в которых я вкладывал, которым я служил день и ночь, они оставили меня. Они оставили меня. И даже, говорит, оставил Фигел и Ермогел. Оставили. Этих людей он называет по именам. Скорее всего, они настолько близки были к Павлу, что он даже их имена здесь упоминает. Он говорит: они оставили, они неверны. И вы знаете, что я увидел? Вы думаете, они хотели быть неверными? Нет. Они клялись ему в верности, скорее всего, как это бывает. Но приходят какие-то обстоятельства, и вдруг верность куда-то улетучивается. Нам кажется, что некоторые обстоятельства могут дать нам право быть неверными. Я так жил. Я одно время был неверен своей семье. Потому что мне казалось, то, что делает моя супруга неправильного, дает мне право быть неверным. И мы так и живем. Мы клянемся в верности, но потом видим какие-то неправильные поступки в отношении нас и говорим: да почему я буду верным в этой церкви? Здесь не то проповедуется, не так говорят. Да почему я буду верен этой семье? Она не служит мне как положено, и он не служит мне как положено. Знаете, сколько людей приходили под венец и говорили, что мы будем верны до смерти? Ну, статистика сегодня говорит, что 80% браков разваливаются, друзья. 80% браков разлетаются. И самое страшное, что эта зараза стала проникать в христианство. Если мы раньше могли бы похвастаться, что христианство – это там, где браки сохраняются, то сегодня нет. Сегодня мы догоняем мир. Сегодня те люди, которые стояли перед венцом, перед Богом и говорили Богу: я буду верен до смерти. В любых обстоятельствах, они же так и говорят, это там написано. И говорят: в изобилии, в скудости всегда буду верным. Но потом что-то вторгается в их жизнь, и они становятся неверными. Потому что причины, которые приходят в их жизнь, они считают, дают им право быть неверным. Друзья, мы не можем быть наполовину верным. Ты либо верен, либо неверен. Мы можем быть верным в одном, но неверным в другом. Это тоже так. Но Бог дает нам право возрастать в верности. И поэтому должен быть определенный порядок в нашей жизни. Как быть верным, о котором мы поговорим с вами на следующих занятиях. А сегодня я хотел бы, чтобы вы посмотрели, что Библия говорит о тех людях, о тех героях Библии, которыми мы восторгаемся, которых мы ставим себе в пример, которым мы хотим подражать. Посмотрите, прежде всего, Бог говорит о себе во Второзаконии, в 7 главе, в 9 стихе. Он говорит так: «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог». Бог верный. Знай, Бог верный. Я на нем минуту не могу представить, если бы Бог был хотя бы чуть-чуть неверный. Мы бы никто, наверное, сегодня не жили. Но Бог верный, и слава Богу, что у нас такой Бог, который скажет и сделает, который не изменяется. Аминь! Воздайте Ему хвалу! Вот что написано про Авраама, Неемии, 9 глава, 7 и 8 стих. «Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского, и дал ему имя Авраам, и нашел сердце его верным перед Тобою». Авраам был верным в сердце своем перед Богом. И в одном месте Писания в Евреев говорится, что верностью Авраама мы благословлены сегодня, благословляемся. Из-за верности Авраама мы сегодня пребываем в Божьем благословении. Вот что Библия говорит о Моисее. Числа, 12 глава, 6-7 стих. «И сказал: слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем, и с ним, говорит Господь, я говорю лицом к лицу, не во снах, никак, а лицом к лицу». Верность привлекает Господа. Аллилуйя! Дальше, о Давиде, 1 Царств, 22 глава, говорит так: «И отвечал Ахимилех царю и сказал: кто из всех рабов твоих верен, как Давид?» Мы видим, что Давид тоже верный. О Павле, Новый Завет: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Друзья, некоторые из нас не служат по одной лишь простой причине: Бог не признал вас верным. Спасибо всем, кто служит, вы верные. Спасибо всем, кто приходит в воскресенье, каждое воскресенье. Вы верны. Вы уже в этом верны. И некоторые не могут войти на служение, потому что у них еще недостаточно для этого верности. Бог созидает этих людей для того, чтобы однажды доверить им свое служение, потому что Бог избирает верных, мы видим. И Павел говорит об этом потом в своих посланиях. Он превозносит тех людей, выделяя их среди других. Он говорит, они верные. И после того, как он написал Тимофею о том, что все оставили его, он говорит ему, передай веру верным людям. Он говорит, бесполезно вот этим харизматичным, даровитым людям передавать веру. Они харизматичны, даровиты, но для себя приходят обстоятельства. Они все оставляют и уходят, потому что они неверные. Но верный человек, он всегда остается на своем месте. Аллилуйя! Воздайте Богу хвалу. Спасибо вам, что вы в этой церкви, что бы ни случилось, как бы мы с вами ни ругались, как бы на вас ни наезжали, может быть, но вы в этой церкви, как бы вы себя ни чувствовали, вы верные люди. Поаплодируйте себе, вы верные люди. Аллилуйя! Иисус Христос представлен верным. Евреям, 3 глава, 1-2 стих говорит так. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен пославшему его, как и Моисей, во всем доме его». Мы видим, Иисус верный. А в Откровениях апостол Иоанн пишет следующее. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верным и истинным, который праведно судит воистину». Мы видим, что верный в этом месте – это не черта характера Бога, это Его сущность, друзья. Он верный, Он не может быть другим. Это сущность нашего Бога, быть верным. И вот что я вам скажу. Те люди, которые имеют в своем характере всего лишь одну черту, верность, они приобретают начертание нашего Господа на себе, начертание Бога на том человеке, который верен. Пусть он ни в чем, в остальном больше не поднимется, хотя такого не может быть. Но если хотя бы он будет верным во всех своих делах, Господь всегда будет с тобой. Господь всегда будет рядом с такими людьми. Будьте верны до конца, будьте верны до смерти. И Бог никогда, никогда не оставит таких людей. Все отвернутся, все вас оставят, но Бог будет пребывать с верными. Аллилуйя! И, наконец, Библия обращается к нам и говорит следующее, 1 Коринфянам, 4 глава, с 1 по 2 стих. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». От домостроителей мы домостроители. Скажи, я домостроитель. Я домостроитель. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался духовным, верным. Бога не интересует порой твоя духовность, это ты ей гордишься и кичишься. Бога интересует твоя верность. И нам не предлагается быть верными, от нас требуется. Ты должен, это то место, где ты должен. Я никому ничего не должен, кроме взаимной любви. Аминь. Но если ты этой любовью, хотя бы любовь будешь должен, если я должен любовь, это значит должен все. Это все. Знаете, что такое любовь? Отдать себя на крест. Вот что такое любовь. Знаете, что такое любовь? Жертвовать ради того, который тебя поносит, который тебя не любит. Знаете, что такое любовь? Позволить избивать себя. Если ты должен любовь, ты должен все. Мы должны все. И нам сказано, чтобы мы были в этом верны. Что же такое верность в библейском понимании? Подведем итог сегодняшнему мастер-классу. И мы давайте попрощаемся с нашими телезрителями и с зрителями канала Вера 24. Давайте благословим их. Мы благословляем вас. Будьте всегда с нами. Пусть Бог оградит вас. Пусть Бог всегда будет рядом с вами. Восполнит все ваши нужды. Во имя Иисуса.